Традиционный ежегодный сбор средств для благотворительной акции «С миру по листочку» в этом году проходит на трех точках города – в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Волонтеры стоят на сборах со специальными ящиками, куда можно опустить любую сумму. Все пожертвования пойдут на закупку канцелярских товаров и школьных принадлежностей к 1 сентября для детей из малоимущих семей. Сейчас управление соцзащиты помогает, как всегда, делает список. То есть они выбирают малоимущие семьи с детьми, где школьники, где много школьников, где есть первоклассники, и они составляют список. А мы готовим, вот собираем средства, готовим оптовую закупку, она скоро уже у нас придет, вот, и будем формировать подарки. Подарки к школе получат все категории ребят, как первоклассники, так и дети средних и старших классов. Для каждой категории предусмотрен свой школьный набор. Первоклассники получат портфель со всем необходимым, а остальные ребята – то, что нужно для учебы для их возраста. Также у саровчан есть возможность пожертвовать средства безналичным способом через QR-код, который можно найти в группе волонтерского центра «Радость моя» ВКонтакте. QR-код есть и на флаерах, которые раздают волонтеры. На флаерах расписана подробная инструкция по переводу. Если вы выбираете этот способ пожертвования, то в переводе нужно указать ключевое слово «школа». Волонтер должен объявлять людям, проходящим кассам, о цели акции, то есть для кого эта акция идет и кто проводит сборы, для кого они проводятся. Вот это доброе дело, и потому что вот с волонтерским центром я дружу, хочется ему помочь. В этом году я решила принять в этой акции участие в первый раз, потому что мне показалось это очень необходимым. И очень, так сказать, благородным, когда мы можем помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Даже не столько благородным, сколько просто по-человечески это. Также у горожан есть возможность приобрести канцтовары, портфели, школьную и спортивную формы самостоятельно и принести это на гуманитарный склад Центра милосердия по адресу Пушкина, 24А. Примут в дар и подержанные портфели, обувь и школьную одежду в хорошем состоянии. Акция «С миру по листочку» пройдет до 19 августа, после чего волонтеры будут формировать наборы. Торжественно вручат подарки 30 августа в молодежном центре. Гостей ждет концерт, мастер-классы и игры. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.